Краснодарских любителей рисовать светом сегодня последний шанс попасть на мастер-класс столичной команды фризлайтеров. Фотохудожники находятся сейчас в столице Кубани с выставкой «Фризлайт. Приручая свет». В Краснодар арт-группа привезла 90 работ и 3 мастер-класса. Последние они как раз проведут сегодня. Для тех, кто еще не знает, что такое фризлайт, поясню, это фотосъемка на длинной выдержке осмысленно нарисованных светом объектов и абстракции. Само название направления переводится с английского как «замороженный свет». В Краснодаре завершились региональные соревнования.